Всем привет! Наконец-то нашел свои любительские бои. Сегодня хочу показать один из боев. Бой с Терром Миллетом. Матчевая встреча США. 90-й год. Посмотрим, что там было. Да,
Thank you.
чемпион, заслуженный мастер спорта, обладатель двух золотых и одной бронзовой медали, вице-президент Федерации бокса Советского Союза Борис Николаевич Нагудин. Я благодарю вас за то, что окунулись в те воспоминания вместе со мной. Задавайте вопросы, с огромным удовольствием отвечу на них. И будем выкладывать новые видео, потому что боев любительских у меня было много. До скорой встречи!